разговаривал во сне. Ну, простите, я слышал женский голос. Во сне я видел принцессу. Какой-то мужчина кричал на вас. Это был жених принцессы. Какой-то старик еще бормотал что-то. Это был тайный советник. Ну, теперь вы видите, что это всего лишь сон. Вы шутите? Да. Знаете, я хочу предупредить вас. Конечно. В книгах о нашей стране много чего пишут. Про здоровый климат, свежий воздух, красивые виды. Но то, что там пишут, вам неизвестно. Вот, например, спящая красавица живет в 5 часах ходьбы от табачной лавочки, потому что направо от фонтана. Или мальчик с пальчик. Он женился на очень высокой женщине по прозвищу Гренадер. И дети их люди обычного роста, как вы, да и я. Она везде берет его с собой, даже на рынок. Он торгуется, как дьявол. Интересно. Почему же об этом не пишут в книгах про вашу страну? Немногим нравятся сказки. И если это кто-то узнает, то... Нет, нет, я никому ничего не скажу. Вы очень хороший человек. Знаете, ваша страна похожа на все другие страны в этом мире. Богатство и бедность, смерть и несчастье, разум и глупость, святость, преступление. Все это настолько тесно перемешано, что ужасаешься. В сказках все гораздо проще. Что это? Это мой отец. Опять поссорился с кем-то. Знаете, он такой нервный, что всегда стреляет из пистолета и промахивается. Анунциата! Иду, папочка! Я совсем забыла, зачем пришла. Что вам подать? Кофе или молоко? Почему ты не идешь, когда тебя зовут? Не слышишь, отец стреляет! Иди быстрее перезаряжай пистолет, убью! Иду, папочка. Хорошо, папочка. До свидания. Видимо, ваша дочь вас совсем не боится, сеньор Пьетро. Нет, будь я зарезан. Она обращается со мной так, будто я самый добрый отец на планете. Возможно, это так и есть. Ненавижу, когда читают мои мысли. Девчонка! Жилец квартиры номер 14 опять отказался платить. В ярости я выстрелил в жильца квартиры номер 15. И этот не платит? Платит. Это 14-й проклятый неплательщик. Его терпеть не может наш первый министр. Еще приходится служить, чтобы не околеть с голоду. Вы служите? Да. Где? Оценщиком в городском ломбарде. А, простите, а где это играют? Там, напротив. Кто там живет? Не знаю. Говорят, какая-то чертова принцесса. Принцесса? Собственно, я к вам по делу. Этот 15-й номер норовит жить в прекрасной комнате. Можете ли вы принять его? Да, конечно. Я буду рад. Не радуйтесь, ничего. До свидания. Хозяин гостиницы, оценщик в городском ломбарде. Удивительно. Как же мне здесь хорошо? И было бы еще лучше, если бы не моя вечная тревога о том, что этот
мир настолько несчастный только потому, что я еще не придумал, как его спасти. И когда девушка, живущая напротив, выходит на балкон, мне кажется, что нужно сделать одно маленькое усилие, и все станет ясно. Это не будет иметь успеха. Простите? Нет, не будет. В том, что вы сейчас бормотали, нет и тени остроумия. Это ваша новая статья? Где же вы? Что это сегодня с вами? Не узнаете меня, что ли? Простите, нет. Довольно подшучивать над моей близорукостью. Это не элегантно. Где вы там? Я здесь. Подойдите ближе. Вот я. Кто вы? Я приезжий человек и живу в этой комнате. О, простите, мои глаза опять меня подвели. Это не 15-й номер? Нет. Какое у вас доброе и славное лицо. Почему вы все еще не в нашем кругу? Не в кругу настоящих людей? Что это за круг? О, это артисты, писатели. Бывают у нас даже один придворный. Мы элегантные или сыны предрассудков. Вы знамениты? Нет. Какая жалость. У нас это не принято, но... Но я, кажется, готова простить вам это. До того вы мне понравились. Вы сердитесь на меня? Нет, что вы. Знаете, мне показалось, что вы как раз тот самый человек, которого я ищу всю жизнь. Бывает, кажется, по речам. Вот он, тот человек. А подойдет ближе, и видишь, это совсем не то. А отступать уже поздно, слишком близко он подошел. Ужасное дело быть красивой близорукой. Я надоела вам? Нет, что вы. Как просто и спокойно вы мне отвечаете. Они меня раздражают. Кто? Они рабы моды. Делают все, что модно. Вот, например, когда в моде было загорать, они загорают до того, что становятся черными. Они делают только то, что модно. Почему же вы с ними общаетесь? Многие из них работают в газете. С некоторыми надо поддерживать отношения. Вы знаете, кто я? Нет. Я певица. Меня зовут Юлия Джули. Вы очень знамениты в этой стране. Все знают мои песни. Вы доктор? Нет, я историк. Вы отдыхаете здесь? Я изучаю историю вашей страны. Наша страна маленькая. Ну, история ее от этого не менее интересна, и это меня радует. Почему? Значит, есть на свете законы, общие для всех. Когда долго живешь на одном и том же месте, общаешься с одними и теми же людьми, которых сам выбрал себе в круг общения, все становится однообразным и скучным. Но стоит тебе выйти из дому, и все вновь становится интересным. И это... Кто там? Простите, я стояла у ваших дверей, и Анна-сата испугалась меня. Я что, настолько страшная? Простите, я разглотала молока, которое несла вам. А у меня? Вы не хотите попросить прощения? Но мы с вами виноваты. Вы стояли у двери и не двигались. Я подслушивала. Вам нравится моя откровенность? Все ученые прямые люди. Ну же, вам нравится моя откровенность? А я? Вам нравлюсь? Не отвечайте. Если вы скажете «да», она будет вас презирать, а если нет, возненавидит. Юлия, Юлия, злая Юлия. Позвольте представиться. Борджи, слышали? Да, слышал. И что же именно вы слышали?
Многое. Меня ругали или хвалили. А кто именно? Я читал некоторые ваши политические и критические статьи в местной газете. Они имеют успех. Но вечно кто-то остается недоволен. Выругиваешь человека, а он недоволен. Я хочу найти секрет полного успеха. И ради этого успеха я готова на все. Нравится вам моя откровенность? Идемте, идемте же. Мы пришли к ученому, а ученые вечно заняты. Я предупреждала, что приду. Хозяин квартиры должен был предупредить. А вы, Юлия? Ошиблись в комнате, да? Нет, мне кажется, я пришла как раз туда, куда следует. Но вы же шли ко мне. Я как раз заканчиваю статью о вас. Она понравится вам, но, увы, не понравится вашим подругам. Разрешите зайти к вам еще раз сегодня? Да, конечно. Я хочу написать статью о вас. Спасибо, это пригодится мне для работы в архивах. Хитрее. Я знаю, зачем вы приехали в этот город. Зачем? Здесь дело не в архивах. Хитрее. Вы все время глядите на соседний балкон. Разве я туда гляжу? Вы думаете, там живет она? Кто? Не будьте таким скромным. Вы ведь историк, изучаете историю нашей страны. Стало быть, вы знаете о завещании нашего покойного короля Людовика IX Мечтательного. Простите, но я дошел только до конца 16 века. Правда? И вы ничего не слышали о завещании? Уверяю вас, нет. До свидания. Постойте, а что было написано в том завещании? О, нет, я не скажу вам, я в этом не заинтересована. Нравится вам моя откровенность? Идемте, идемте же, вы тут всем понравились. Она никогда не уходит сразу. До свидания. Я спросилась, будьте осторожными. Скажите, а что было написано в том таинственном завещании? Вот это тайна, страшная тайна. Принцесса читала завещание в полном одиночестве. Стража стояла у оконной двери и зато суши, хотя принцесса читала завещание про себя. То, что там написано, знает лишь принцесса и весь город. Весь город? Почему вы не смотрите на меня? Как не смотрю? Я смотрю на вас. 5 лет назад умер наш король. Он был очень умным человеком, но такая должность, характер от нее портится. После нескольких лет царствования он махнул рукой на дела управления и занялся театром. После года работы в театре он начал цепенеть. Потом состоял совещание, а потом умер. Его дочери, принцессе, было 13 лет. «Дорогая», — писал завещание, — «я прожил свою жизнь плохо, ничего не сделал. Ты тоже ничего не сделаешь, ты отравлен дворцовым воздухом. Когда тебе исполнилось 18 лет, найди умного, доброго и образованного мужчину. Пусть это будет какой-то незнатный человек. А вдруг ему удастся сделать то, что никому не удавалось. Пусть будет здорово, папа». И принцесса живет одна в городе? Да, но ее не так сложно найти. Вы не знаете свою принцессу в лицо? Она надела маску, когда пришла завещание. Но опять не смотрит на меня. Как не смотрю? Я смотрю на вас. Не надо туда смотреть. Говорят, что эта женщина нехорошая. И я боюсь, что дело похуже. А если она и правда принцесса, тогда что? Что тогда? Если она и правда принцесса, все за все женятся на ней. И вас растопчут давки. Вот как. Я никому не дам вас в обиду. Никогда.
еще немножко. Два, три дня работы, и я пойму, как сделать всех людей счастливыми. Я только здесь вечерами, когда вы выходите на балкон, стал понимать, что могу быть счастлив. Я понимаю вас, как понимают хорошую погоду, луну, дорожку в горах. Ведь это так просто. А вы говорите это наизусть? Ну, вы продолжайте. Вы разговаривали со мной? Вы сами сочинили это или заказали кому-нибудь? Простите, ваш голос настолько меня поразил, что я даже не знаю, что сказать. Довольно ловко переводит прямого ответа. Пожалуй, вы сами сочинили то, что говорили мне. А может быть, нет. Ну хорошо, пусть, наверное. Мне скучно сегодня. Как это воспитать терпение целый день стоять в одной комнате? Это кабинет? Простите. Это комната, моя единственная комната. Вы нищий? Нет, я ученый. Ну пусть. У вас очень странное лицо. Чем же? Когда вы говорите, мне кажется, будто вы не лжете. Я и в самом деле не лгу. Все люди лжецы. Неправда? Нет, правда. Может, не лгут, у вас всего одна комната. А мне вечно лгут, мне жалко себя. Вас обижают? Кто? Вы притворяетесь внимательным, что мне хочется пожаловаться вам. Вы так несчастны? Не знаю, да. Почему? Да так, все люди негодяи. Не надо так говорить. Так значит, не все? Нет. Хорошо. Если бы это было так, то я ужасно буду превратиться в лягушку. Как в лягушку? Слышали сказку про царевну лягушку? Ее неверно рассказывают. На самом деле все было иначе. Царевна лягушка, моя тетя, рассказывают, что человек полюбил прекрасную девушку, несмотря на безобразную наружность. Вообще, тетя была моя прекрасная девушка, которая вышла замуж за негодяя, который только притворялся, что любит ее. Поцелуи его были так холодны, что прекрасная девушка в скором времени стала грязной лягушкой. Это печально. Вот видите, а вдруг не суждено это? Мне ведь придется выйти замуж. Вы верно знаете, что не все люди негодяи? Совершенно точно. Знаю. Вот было бы хорошо. А впрочем, я не верю вам. Вообще никому ничему не верю. И те правы, и эти, и в конце концов не все безразлично. Теперь вы не будете каждый вечер смотреть на меня? Я люблю вас. Уйдите. Но если завтра вы не осмелитесь прийти сюда на балкон, я прикажу. Нет, я просто огорчусь. Меня зовут Христиан Теодор. До свидания.
Христиан Теодор. Думаете, что вы ловко обманули меня? До свидания. Ну вот, мне казалось, что еще чуть-чуть, и я все пойму. А теперь, кажется, еще чуть-чуть, и я окончательно во всем запутаюсь. Кажется, эта девушка действительно принцесса. Я уверен, что у нас все кончится хорошо. Тень! Послушная тень, ты так покорно лежишь у моих ног. А взяла бы ты, тень, ты пошла туда, к ней. Чего тебе стоит? Ты знаешь, что надо говорить, ведь мы выросли вместе. Иди. А почему господа министры заседают тут, в парке, а не во дворце? Потому что во дворце есть стены. Понял? Никак нет. А у стен есть уши. Теперь понял? Да, теперь понял. То-то же. Это не подушки положить на стулья. Это для господина первого министра? Нет, это для господина министра финансов. Он тяжело болен. А что с ним? Видишь ли, господин министр финансов самый богатый девец в стране. Соперники его страшно ненавидят. И вот один из них пошел на преступление. Он решил отравить господина министра финансов. Какой ужас! Не огорчайся прежде времени. Тогда господин министр финансов вовремя узнал об этом и скупил все яды, которые только есть в стране. Какое счастье! Не радуйся прежде времени. Тогда негодяй пришел к господину министру финансов и предложил весьма большую сумму за яды. А господин министр финансов ведь настоящий политик. Он продал негодяю все свои зелья, и тот отравил его. Вся семья господина позволила скончаться в страшных мучениях. Да и сам он сейчас еле жив. Но зато он заработал на этом 200% чистых. Дело есть дело, понял? Да, теперь понял. Отлично. Так, стулья, шахматы, подушки. Все есть. Сегодня здесь состоится особое заседание. А почему вы так думаете? Во-первых, встретятся два министра, а во-вторых, они будут только делать вид, что играют в шахматы, а не заседают. Все знают, что это значит. Кусты наверняка такие кишат любопытными. А вдруг любопытные послушают, что будут говорить господа министры? Любопытные ничего не узнают. Господа министры понимают друг друга с полуслова. Много ли ты поймешь из полуслов? Они идут. Я не слышу и не вижу их, а уже кланяюсь. Поэтому я здесь и главный. Платье ниже. Почему я пропадаю понапрасну? И в пятый раз послала узнать о здоровье ученого.
А сегодня она назначила ему свидание в парке. Ладья на А8. Кто он, этот ученый? Пешка на Д5. Простой наивный человек. Ладья на Г4. Бедная принцесса, хитреца мы бы перехитрили, ловкача поймали бы. А это поступки простых и невинных людей так загадочны. Ладья Е4. Необходимо найти человека, с которым дружен наш министр. Друг знает, чем его подкупить, что он любит. Друг знает, что для него чистая смерть. Я приказал в канцелярии найти такого друга. Слон на B5. Это ужасно. Слон на A4. Почему? Пешка на G6. Ведь ученый приезжий, следовательно, друга ему придется выписывать из-за границы. А по какой графе я проведу этот расход? Пешка на G6. Это ужасно! Как же быть? Я тот, кто вам нужен. Я лучший друг ученого, ближайший его друг. Ладья на Е5. Вы приезжий? Нет, я появился на свет в этом городе, ваше превосходительство. Слон на Б2. И тем не менее, вы друг ученого. Верно. Мы не расставались с ним в колыбели до последних дней. Он знает меня как никто. Я знаю его как никто, а он меня совсем не знает. Позвольте написать на земле, кто я, ваше превосходительство. Конь на Г2. Пишите. Напомнить вам, ваше превосходительство, что мы живем на юге, а на юге все быстро растет. Принцесса и ученые заговорили всего 2 недели назад. А посмотрите, как выросла их любовь. Как бы нам не опоздать, ваше превосходительство. Мы посовещались и решили взять вас на службу в канцелярию. Мальчишкам. Все равно, разве больному можно сладкое? Идите сюда. Так, встаньте против солнца. Вот так. Видите, тень уже выросла до нормальных размеров. Это весьма ожидаемо, на юге все так быстро растет. Как вы себя чувствуете? Я чувствую, что совершенно здоров. Давайте все-таки я вас послушаю. Так, вдохните. Вдохните глубоко. Выдохните. Выдохните с облегчением. Так. Посмотрите на мир сквозь пальцы. Пожмите плечами. Махните на все рукой.
Как это его дела? Плохо. А он, конечно, здоров. Да, он здоров. Но дела его идут плохо и пойдут еще хуже, пока он не научится смотреть на мир сквозь пальцы, пока он не махнет на все рукой, пока он не владеет искусством ужимать плечами. И как научить ему всему этому? Но, доктор, ответьте, я же не остану. Ему надо беречься. Он улыбается. Это бывает. Сударь, с вами хотят поговорить. Да-да, слушаю. Сударь! Да, слушаю. Как же она написала? Навсегда с вами? Или всегда с вами? Я застрелю вас. Кристиан Теодор! Послушайте меня, наконец. Я все-таки ваш друг, а вы ученый. Вы осознаете свою проблему? В народных преданиях о человеке, который потерял тень, в монографиях Шемисо и вашего друга Ганса Христиана Андерсена говорится, что... Не будем вспоминать о том, что говорится. У меня все кончится по-другому. Почему вы здесь нет? Что же это такое? И вы? Зачем вы смотрите на меня во все глаза? Я должен заговорить с вами и не смею, принцесса. Кто вы такой? Я его лучший друг. Чей? Я лучший друг того, кого вы ждете. Правда? Так что же вы молчите? Мой ответ покажется вам дерзким, принцесса. Ничего, говорите. Я молчал, потому что ваша красота поразила меня, принцесса. Но это вовсе не дерзость. Послал бы ко мне? Да. Очень важное дело заняло его. Но все благополучно, принцесса. Он скоро будет. Он скоро придет? Да. Ну вот. Не знаю, стало весело. Не будете меня занимать до его прихода? Ну же! Мне неловко напоминать вам. Но ведь я принцесса, я привыкла, чтобы меня занимали. Хорошо, я исполню ваше приказание. Я буду рассказывать вам сны, принцесса. А ваши сны интересны? Я буду рассказывать вам ваши сны, принцесса. Мои? Да. С третьего дня вам объяснилось, что стены дворца вдруг обернулись морскими волнами. Вы крикнули: «Кристиан!» Он появился в лодке и протянул вам руку. Но ведь я никому не рассказывала этот сон. И вы очутились в лесу, и волк вдруг поднялся в кустах. Но Кристиан погладил его и сказал: «Не бойся, это добрый волк». Вы скакали на... А вот еще другой сон. Вы скакали на коне по полю, и трава вдруг становилась высокой до того момента, пока стеной не стало вокруг. Вам казалось это красиво, удивительно красиво, до того красиво, что вы заплакали и проснулись в слезах. Но откуда вы это знаете? Любовь творит чудеса, принцесса. Любовь? Да, ведь я очень несчастный человек, принцесса. Я люблю вас. Стража! Позовите... Нет. Отойдите на 5 шагов. Вы хотели позвать стражу и сами не понимая, как это получилось, приказать ей отойти на 5 шагов. Я люблю вас, принцесса, и вы сами понимаете это. Я там настолько полон вами, что ваша душа понятна мне и ясна. Довольно. Не даю тебе помниться.
чем же я знаю? Может быть, вы тоже не любите меня? А сны, принцесса, вы забыли сны? Ведь только любовь может творить такие чудеса. Ах, да. Верно. Прощайте, принцесса. Стойте! Куда же вы идете?